5-летний ребенок погиб в автомобиле в районе села Строгановка в Крыму. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. Цитата. «Вчера в службу спасения поступила информация о необходимости оказать содействие следственным органам в селе Строгановка. К месту была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». По прибытии стало известно, что на горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок без родителей 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой, жилым строением и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Ведется расследование. Следственному комитету была оказана помощь спасателей в освещении места чрезвычайного происшествия для проведения работ, добавил министр.